Я на работе. Весь этот месяц я буду работать как на полную ставку, потому что мне нужно доработать часы для неоплачиваемого отпуска. Я уже потратила все свои отпускные на свадьбу брата, а на свадьбу сестры у меня ничего не осталось, так что нужно доработать. И теперь я почти каждый день на работе по 8 часов. Мне немножко это надоело. Жду выходных. Мы скоро поедем в Швецию. Так что я жду. Спасибо, что зашла. Ага. И я... Да, пока. До свидания. Через 15 минут. Иди кушай. Кушай. Принеси. Принеси. Я еще не придумала, что надеть. Довольно поздно. Поэтому я думала взять треники. Майку белую и кардиган. Вот такая серо-белая мышь. Время краситься. Сижу на полу, на подушке. Все. Собралась. Идем на кофе. Будний день. Это не значит, что ты спокойно пойдешь в кафе и сядешь. Это значит, что в кофейнях все фрилансеры, все инфлюенсеры сидят, работают за компьютерами, за планшетами, а ты себе ходи, ищи, где тебе можно присесть и просто попить кофе. Окей, спасибо. Это Маша. С ней мы познакомились пару лет назад, когда она написала мне в Инстаграм и позвала на кофе. С тех пор мы уже успели с семьями съездить в отпуск, сделать много контента друг друга, и в целом это одна из моих самых близких подруг в Праге. Я Сиэтл. Кто ты? Сиэтл. Почему? Ну, там деревья и горы. Мы обменялись подарками на годовщину. Я знаю, я подарила такую рожечку на ёлик. Соня любит всякие ягоды в шоколаде. Грустники. В экстра гошке. Гошка, ты же любишь чёрный шоколад? Потом такие. Ну, вот это вот не очень люблю, если честно. Джелли Бинзу. Вообще не очень. Ну ладно, у меня два из трех. Люблю именно мармеладки, кстати. Два из трех, потому что это ты точно любишь. Мои любимые каламата. Это тебе, Анатик, стой. Все, будешь работать за меня. Но вы не думаете, что мы такие скупые? Почему скупые? Я, кстати, интересно. И у меня в течение этих последних двух недель у двух коллег на работе была годовщина. И я спрашивал, типа, что вы друг другу дарите? Что вы делали на годовщину? И один коллега сказал, что они просто идут в ресторан с женой. Я спросил, типа, а цветы-то хотя бы и купишь? Он такой, типа, хороший день, надо цветы купить. Они женаты столько же, как и сколько мы. Второй коллега, они женаты год, им первая годовщина. Говорю, типа, не, мы просто, типа, купили вино и что-то какое-то еду приготовили. Не, ну я к тому, что мы вроде с тобой решили, что просто ставим деньги на Швецию и там хорошо погуляем. Мы продолжаем любить друг друга. И это наш подарок друг другу.
Секондов я не доехала, потому что пошел ливень, поэтому я решила зайти в Зару и купить верх для моего образа. Здравствуйте. Купила я жилетку. Она льняная, прикольная. Сверху сатиновые юбки розовые. Думаю, будет прикольно. Вот такая. Хотела ее на голое тело, поэтому решила взять XS. Мама одобрила. Такое украшение. Это каф и сережка на другое ухо. Классно. Была репетиция прославления, и как-то было очень тяжело, морально и физически очень как-то не настроенная была на это. Это, конечно, не очень хорошо, но иногда такое бывает. Сейчас жду Ёлика, чтобы мы поехали на новоселье к Саше и Лере. Они приехали в новостройку, поедем, попьем чилочек, проведем хорошо время. Пузик, кошелек. Вот, пришли. Они снимают квартиру в доме, в котором еще мало кто живет. Мы приедем. А вдруг он не работает? Может, нужно чек проложить? А-а-а. Не продумали, да? Какой-то мексиканки пришли в гости. Будешь так красами говорить. Африканки. Ууу, красиво. Могу больше не смотреть, потому что... Я поняла. Можете. Какая чистота, ну вообще. Невероятно. Красиво. А это вы уже повесили? Да. Отличный класс. О, смотри, лампа как у нас. Это вы купили? Да. А начнется, то у вас типа вынесли. А еще у нас есть здесь. Алиса, включи лампу. Вот эти штуки, типа. Да. Алиса, включи лампу. Вау. Ёлик, когда приходит в гости, играет. Сразу. Белая булка. Ёлик, белку кофе. Покажи. Кофе. Там не видно какие-то буквы, которые я вложу в телефоне? Нет. Влог снимаешь? Влог снимаю. А-а-а. Блин, нужна вставка с того влога, когда ты танцевал. Когда еще я когда я приезжала первый раз в Прагу. А я уже не помню, Саня, это давно было. В смысле ты не помнишь? Ты на бранике танцевал на парковке. И все? Да. Может быть.
Не помнишь? Когда я приезжала еще, мы еще даже не встречались с Ёликом. Я не помню, это было реально. Это тебе было 17 часов. Да. Я не помню. Да такой типа ничего нету. Нормально. Блин, у меня не столько подписчиков, я не говорю. А сейчас... Ностальгируем. По ковидным временам. Смены, точнее, до открытия магазина, поэтому я успеваю выпить кофе и позавтракать. Дрип кофе. Лучшее изобретение. Cheers!